откуда стрелял. Мне имя не написали, не успели. Говорит, он недостоин, говорит, вашего внимания. На штурм позиции. Под М9 попал снайперский. Я, кажется, был так близко к нему.
будешь. Отходи ко мне! Я перезаряжаюсь! Яблочко! Помогите мне выбраться! Там народу нет. А тут точно есть. Ах ты! Ёлки-палки, бегал. В конце концов, вот он стоит. Это не успел зарезать. Все тылы вам прошел. Неплохо. Два пистолетных выстрела хватило, чтобы Беллу потушить. Ох ты, блядь, не смог перепрыгнуть, а что ты будешь делать? Вот прикомплект! Здесь аптечка! Ах, у меня опять в жопе где-то появляются. Что у меня в отряде? Один человек, что они, чё? О, убил кого-то с подствольника. Случайным образом.
Да че он за инвалид такой, не мог на камушек, не мог запрыгнуть даже. Заряд установлен. Ложись. Это вообще все у меня с отряда ушли, черти. А че народу-то? 4-7 человек у нас. Офигеть. Одного успел убить кого-то там. У нас 7 человек что-то вообще. Там полных серверов нету, да? Ох ты! Только сейчас же гранату так кидал, никого не было. А ты там валяешься? Снайпер. Да что ты, я ему прям в голову по лобам высадил. Ричарду Пикману. А у него 53% жизни было, когда он меня убил. Обоих. Обоих вас там. Еще второй появился на линии огня. Прям вообще красиво. О, мне даже аптечку принесли на дом. Все-таки меня с МП застреляли. Вдоль поездов далеко было, я не стал стрелять, а они... Но он за это поплатился. А вот мы вдвоем с чуваком держим тут позицию, очень классно. Опа, валяется кто-то там. Ах, и меня снайпер снял. Ричард Пикман опять. Единственный человек, который меня может убивать.
Ох ты там, аж вас двое было. Они обезвредили наш заряд. Нужно возвращаться. Я думал, там один был, а вон там двое вас. Карлосона. Тебя, ах ты, тебя убили до того еще как. Ну я там еще твоего одного убил. Засек. Но не успел ничего сделать. Когда надо было с подсводника стрелять, я считаю. Ну-ка, этот чувак, давай-ка я вот здесь сейчас выйду, я там помню, где те. Блять, да что ты будешь делать? Пистолет СМ-19 убили, ёлки-палки. Ах ты, убил при обороне на снайпер. Меня Ричард Пикман, опять же. Не так классненько расстрелял чувака тут. Снайпер сейчас нынче промахнулся. А, и тут ближе еще был. Я там в тебя, понимаешь, стреляю, а тут еще кто-то ближе был. Бля, сейчас же видел. Походу вы отказались от этого гребаного вторжения. У вас 9, нас 11. У меня 7 человек уже было, вот только недавно. Перешли, наверное, в нашу команду.